И в завершении выпуска в регионе отметили День коренных народов мира. К нему приурочили сразу два события – акцию «Свой среди своих», а также соревнования по национальным видам спорта. Турнир под названием «Салма Малхан», что в переводе с ненецкого языка означает «возвращение к истокам», в столице региона прошел впервые. Организатором выступила ассоциация «Исавей» совместно с Центром арктического туризма. В состязании участие приняли две команды – это сборные Нарьян-Мара и Нельминоноса. За спортивными баталиями наблюдала Александра Литкова. Прыжки через нарты, метание тензея, тройной национальный прыжок и перетягивание палки, а также традиционные ненецкие игры. Для гостей праздника организаторы подготовили обширную программу. Иван Конюков на турнире представляет команду из Нельминоноса. Опытный спортсмен, он уже не раз принимал участие в подобных соревнованиях. Состязание интересное, опыт есть. Я занимался многоборьем до этого севером. Самое сложное, как по мне, так это нарты. Пока одни метали тензей, других бесплатно угощали ненецкими блюдами и горячим чаем. С бытом оленеводов гостей праздника «Салма Малхан» знакомили прямо в чуме. Здесь же для всех желающих проводили мастер-классы по изготовлению национальных сувениров и выпечке тундрового хлеба. Обычное тесто, вода, дрожжи, сода, соль, мука. И выпекаем на обычном растительном масле, на печке буржуйки. И, в принципе, сегодня в тундре женщины так и пекут хлеб. Несмотря на ненастную погоду, гостей на территории Центра арктического туризма собралось немало. Главная цель праздника, по мнению организаторов, была достигнута. Это общение между людьми, представляющими разные национальности. Каждый народ, каждый человек из любого народа должен гордиться своим народом. Гордиться должен своим родом. И мы должны знать свои традиции, будут культуру. И это очень важно, потому что многое мы приобретаем от своих предков, от своих родителей. Вот. Если вы хотите узнать, чем будут заниматься ваши дети, так сказать, потомки, посмотрите, во что они играют. А мы хотим, чтобы они играли в наши игры, которые на сегодняшний день очень популярны в тундре. Инициатива проведения праздника «Возвращение к истокам» принадлежит молодежному отделению Ассоциации ненецкого народа «Исавей», которую с удовольствием поддержали в Центре арктического туризма. Организовать мероприятие удалось на средства окружного гранта. Его размер чуть более 200 тысяч рублей. Такое вот мероприятие – познакомить именно молодежь, детей увлечь национальными играми, показать, вот как все выглядит в быту у ненцев и что популяризовать наши виды спорта, культуру и приобщать молодежь и подрастающее поколение. Что касается соревнований по национальным видам спорта, то победу в общекомандном зачете одержала сборная Нельминоноса. Наградили и тех, кто показал хорошие результаты в индивидуальных дисциплинах. Как отметили в ассоциации «Исавей», праздник «Салма Малхан» станет традиционным, и его будут проводить каждый год. Александра Литкова, Антон Ведряков, телеканал «Север».